Почему русских так тяжело победить? Мнение американских ученых. Исследование, которое провели американские ученые, выявило причину, по которой русские в бою всегда будут иметь преимущество перед западной армией. Секрет успеха русских, по заключению американских ученых, состоит в том, что в критических ситуациях и на поле боя в том числе русские отдают приказы самым коротким языком – матерным. Русский мат является частью русского языка, а популярность его связана прежде всего с простотой. В опасной ситуации наши полководцы могли заменить несколько предложений двумя или тремя нецензурными словами. Самое интересное, что все солдаты сразу улавливали суть приказа, приступали к действиям и безошибочно выполняли его. Для американцев до сих пор остается тайной, как русские солдаты могут уловить содержание всего приказа, заключенное всего в двух словах. Знаменитый американский мыслитель Чемпион Дойч в своей книге «Второе рождение» рассказал о главном отличии русской армии от других, которая помогает побеждать в боях. Все дело в психологическом настрое, с которым русские идут в бой. В самые тяжелые периоды боя солдаты остаются верны своей родине. Он также отметил, что большую роль играет личность главнокомандующего. Лидеры, которые способны вселить уверенность, мотивировать солдат, могут гораздо больше, чем деньги, оружие или инженерные знания. Непоколебимый дух миллионной армии может привести как минимум к уравновешиванию сил с армией, в которой технические возможности более велики. Американский ученый уверен, что победить русскую армию можно только в том случае, если смогут лишить их боевого настроя и веры. В народе такой настрой называют русским духом.